Торговая война между США и Китаем сказывается на рядовых потребителях по всему миру. Между тем, по итогам 2018 года общая доля продаж Huawei в мире составила рекордные 29%, а компания вплотную подобралась к лидеру рынка – Samsung. США собирались ввести ряд ограничений в отношении компании Huawei и 70 ее дочерних компаний, однако отложили санкции на 3 месяца. Американские власти подозревают Huawei в шпионаже, хотя никаких прямых доказательств этому нет. Суть проблемы кроется в конфликте интересов. США пытаются продвигать в Европу свое оборудование 5G и не желают видеть конкурентов на этом рынке. Обвинение Huawei в передаче данных, вероятно, является лишь предлогом. Все страны-производители оборудования 5G мечтают контролировать поток данных и вытесняют друг друга всеми доступными методами. Уходите! Уходите, сказано вам! На деле компания занимает лидирующие позиции и является серьезным игроком на международном рынке. По итогам 2018 года первое место продаж занимает Samsung – 30%, Huawei – 29%, Apple – 10%, Xiaomi – 8%. История не нова. В 2018 году в подобной ситуации оказалась китайская компания ZTE. Тогда американское правительство грозилось отобрать лицензию на использование Android. Чтобы сохранить свое присутствие на рынке США, ZTE пошла на уступки Вашингтону, заплатив штраф в размере $1.4 миллиарда и допустила американские власти к мониторингу работы компании. Ряд ведущих IT-корпораций США уже приостановили сотрудничество с Huawei и прекратили поставки оборудования. Среди них Intel, Qualcomm, Cilex и Broadcom. Из-за этого Китай может отложить запуск сетей 5G, так как Huawei зависит от американских производителей чипов. Это какой-то заговор. Google также прекратил сотрудничество с Huawei. Теперь компания не может использовать Android на новых моделях смартфонов, которые будут выпускать в новом сезоне и продаваться за пределами Китая. Ограничение на использование вступило в силу 19 мая. Отмечается, что Huawei готовилась к такому развитию событий, и на данный момент ее запасов хватит, чтобы выполнить заказы и производить оборудование еще как минимум 3 месяца. Google, в свою очередь, гарантирует, что Play Market и сервисы защиты от вредоносного программного обеспечения продолжат работать у текущих пользователей. Однако, когда эта работа прекратится, не уточняется. В ноябре 2018 года Huawei официально подтвердила, что работает над собственной мобильной операционной системой Kirin. Ее создание началось в 2012 году, однако из-за начавшихся проблем с США ее разработку ускорили. О системе мало что известно, кроме того, что она основана на ядре Linux, как и сам Android. Это должен быть полный аналог операционной системы от Google с собственным магазином приложений и другими сервисами. Да, складно звонишь. Короче говоря, пока компания находится в подвешенном состоянии, эксперты IT-сферы и рынка смартфонов рекомендуют повременить с приобретением новых гаджетов, пока вопрос не разрешится кардинальным образом. При возможном выходе Huawei с рынка давление на конкурирующие компании ослабнет, что может повлечь торможение в сфере развития технологий, так как конкуренция является прямой зависимостью прогресса. Эксперты слабо верят в операционную систему Kirin, так как новый продукт первой версии будет лишен всех популярных приложений Google, YouTube, Twitter и других социальных сетей. В связи с этим у рядового пользователя возникнет резонный вопрос: зачем покупать продукт с сырой операционной системой, когда на рынке есть конкурент, уже знакомый, удобный, а самое главное – привычный Android? На что Huawei вряд ли сможет дать внятный ответ. Яркий тому пример – WinPhone, интерес к которому проявляло сначала 3% пользователей, затем он упал до 1%, а потом и вовсе исчез. Этого следовало ожидать. Несмотря ни на что, 21 мая состоялась презентация нового смартфона от дочерней компании Huawei – Honor. Президент компании Джордж Джао рассказал про новый многослойный 3D-корпус, 4 встроенные камеры. Фотографические способности смартфона сравнили с топовыми конкурентами – iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10 Plus, но ни слова не уделили вопросу будущему операционной системы. Российское представительство в официальных группах социальных сетей уверяет, что на реализуемое и находящееся в продаже устройство ситуация никак не повлияет, а пользователи смогут продолжать использовать свои устройства в обычном режиме.
Однако тень сомнений у потенциальных, а самое главное, реальных клиентов по-прежнему сохраняется. Вопрос о дальнейшей судьбе Huawei остается открытым.